здравствуйте, я Магомед Матиев, и вы смотрите «Вестник Ломан». Находимся на открытии нового проекта «Ребята с нашего двора». С нами Алексей Жунаков, приветствую. Привет. Да, расскажите, пожалуйста, о ближайших планах Cross Fighters на следующий сезон «Беллатор». Ну, буквально в двух словах. Сейчас 19 июня Минаков Виталик будет драться в полуфинале Гран-при в тяжеловесах 10 числа, уже через послезавтра он вылетает в Штаты. Если все нормально пройдет, так должно пройти, да, то финал тяжей будет, скорее всего, в октябре месяце, уже во время 9 сезона. Затем Андрей Корешков 31 июля за титул чемпиона «Беллатора» в весе 77 кг против Бена Аскрена выступает. Вот это будет в Альбукерке, штат Нью-Мексико, США. Вот. И затем в начале первой недели сентября, пока дата еще официально не анонсирована, Александр Шлеменко защищает также титул в среднем весе. Вот. А вот дальше уже стартует 9 сезон. В нем у нас Акоп Степанян выступает в весе до 66 кг гран-при. И Саша Сарнавский весит до 70 кг. Это вот мое глубокое убеждение, что подписываться в организацию крупную, да, там UFC, Беллатор, имеет смысл только тогда, когда боец, в принципе, на момент подписания, у него есть уже, понятно, что у него будет рост внутри организации, но у него уже должны реальные быть шансы хотя бы выйти на уровень контендера, ну или чемпиона. Да, то есть подписываться просто ради того, чтобы подписаться, и там через один-два боя оттуда вылететь, это не тот вариант. Да, да. Вот, поэтому пусть там будет, нет, никогда не стояла цель, чтобы там 30 человек там было подписано, там, пусть будет 5 человек, пусть будет там 7 человек, но это будут все люди, которые будут там либо чемпионами, либо вот рядом с этим уровнем, тогда это вот вообще имеет смысл. Ну, можешь поделиться хотя бы там конкретно так, приблизительно кого-то планируете, кого присматриваете? Ну, так немножко рано говорить, да, потому что можно поделиться, да, допустим, у человека не очень сложится, ну, бой будет тяжелый, но его там не выиграет. Вот, и получится, что вроде как его упомянули, а потом вроде как там от него отказались, тем более, что это будет не так. Поэтому лучше, вот когда вот уже будет конкретно уже все стоять подпись на контракте с обоих сторон, мы это будем официально объявлять. Вот. А так и я, и мои коллеги, мы стараемся по возможности и лично присутствовать на практически всех турнирах по ММА, которые проходят вообще в стране, да и в СНГ и вообще. Если такой возможности нет, то ну, видео отсматривать. Потому что на самом деле огромное количество видео мы смотрим со всех турниров. Ну, чтобы как-то оценивать, и с теми ребятами, которых, как мы считаем, что есть перспектива, да, мы находим контакт с бойцами, с тренерами, с представителями, менеджерами, ну и дальше уже пытаемся как-то работать вместе для того, чтобы начинать или продолжить строить их профессиональную карьеру уже так, чтобы все шло четко, ну и чтобы у нас было взаимное понимание. А еще что скажешь по данному мероприятию? Ну, по данному мероприятию, ну вот честно сказать, очень-очень приятно и радостно. И вообще, конечно, такие площадки по-хорошему, они должны стоять в каждом дворе. Да? Причем не только ну, в Москве, а вообще по всей стране. Это очень здорово, да, что любой человек, просто проходя мимо, живя там в районе, может прийти и спокойно заниматься спортом. И тем более приятно, что ребята сегодня классные демонстрировали то, что street walk-out, как бы, ну, видно, что ребята хорошего уровня. Да, и вот, я просто знаю, что мне самому это очень нравится. Саша, он там, Шлеменко, куча этих видео смотрит, потому что ну, это реально это здорово, это красиво, это ребята большие молодцы. И, конечно, спасибо большое Вениамину Роднянскому, Сергею Бадюку за то, что вот такую тему они протолкнули и сделали.
Ну, дай бог, чтобы таких площадок просто было побольше, чтобы у всех ребят была возможность уйти спокойно и позаниматься, стать сильнее, стать лучше. Хорошо. С вами был Алексей Жернаков. Спасибо. Все, вам спасибо. Удачи. Смотрите «Вестник ММА». Александр Шельменко, расскажите, пожалуйста, что здесь происходит. Хорошо. Открытие площадки, как я понял, это стрит-воркаут. Как ваше отношение к нему? Очень положительное. Очень положительное. Вообще, завидую Москве, что открываются такие площадки, считаются на мирового уровня. Ну, по крайней мере, судя по интернету, который я смотрел, американцы, да, там делали. Тут нечто подобное. Ну, все то же самое есть. Заниматься я не хочу. Наш город не может похвастать этим пока. А расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка вашего боя? Моя? Да. Моя сейчас никак, только физикой занимаюсь. И готовлю сначала я Александра Сарнавского готовил на бой, вот он дрался 25 мая в Хабаровске. Сейчас Андрея Корешкова готовлю к Аскеру. Так как у нас в команде мы не принято пользоваться спарринг-партнерами, да? Основные спарринг-партнеры друг друга – это мы. Ну, для своих учеников – это я. Ну, вот я стараюсь быть Аскером сейчас. Временно. Вот и все. А потом, когда уже Андрей выступит, и, надеюсь, ну, как я думаю, победит, получит пояс, тогда мы переключимся уже к моей подготовке непосредственно. Ну, я имею в виду конкретно по тактике. А тут Корешкова здесь нет. Я хотел вас спросить, как вот отношение было Корешкова на высказывания, такие резкие выпады? Да, вообще нормально. Андрей понимает, он профессионал, я ему объяснил, что это все как раскрутка боя называется. Ну, плюс, я думаю, если человек много говорит, он больше не уверен в себе. Уверенный в себе человек, он, как правило, молчит. Но понятно, что для американцев это наоборот. Вот американцы за это не любят русских бойцов, потому что они молчат. Да, надо как-то продавать бой. Ну, вот он молодец, продает, а бой покажет, как что там будет. Андрей готов, нормально. Ну, вы уже сказали, что вы в основном соревнуетесь друг с другом, но сами понимаете, что вольник высокого класса, планируется ли привлекать ребят с вольной борьбы? Ну, вот именно вольник высокого класса, но привлекать, опять же, я считаю, вольника бессмысленно конкретного. Потому что, ну, это уже показала практика, это же нужно не просто по вольной борьбе, мы же готовимся не на Олимпиаду по вольной борьбе. Тут техника изменена, даже тот же Аскрин, я думаю, он намного лучше борется именно по борьбе самой. А если посмотреть, любой даже тот же вольник посмотрит его борьбу в смешанном бою, там он допускает ошибки. Ну, естественно, так любой, потому что он боится пропустить. Поэтому от этого и будем работать. Никого особо, ну, может быть, в Штатах, и будут борцы просто посмотреть какие-то моменты. Так, а основная, конечно, подготовка у нас вот между собой, здесь, в России, в Омске. А скажите, вам не приходили ли предложения от UFC? Ну, это к Алексею Жернакову, к менеджеру, такие вопросы. Я особо, ну, я говорю, я ни на какие не разговариваю сам. Даже буквально элементарные вопросы не с менеджером, не то что такие серьезные, как предложение. А следите ли вы, ну, помните, у вас был давно бой с Гектором Ломбардом? Да. Следите ли вы за его боями? Естественно, да, слежу. Но у меня свое мнение, я его не буду высказывать, потому что оно разойдется на весь мир. Так, у меня свое мнение по поводу его вообще боев, как это все проходит. Хорошо, спасибо большое. С вами был Александр Шевченко. С нами один из организаторов данного проекта, Вениамин Роднянский. Привет. Скажи, что здесь происходит? Скажем так, стартует проект под названием «Ребят с нашего двора», который пропагандирует здоровый образ жизни и вовлечение молодежи в дворовый спорт.
решили начать с открытия вот такой площадки, которых будет открыто несколько. Ближайшая география – это Москва, Подмосковье. Ну, а задача распространиться на всю Россию, да, и главное – просто дать пример, да, людям, чтобы эти площадки углублялись во дворы, да, начиная с парков, чтобы люди просто брали пример. Мы же сделали это за свои деньги, да, мы можем, это нам никого ничего не просили, сами взяли своими силами. То же самое может каждый сделать. Бизнесмены, инициативные группы. Все в ваших руках, от этого зависит будущее наших детей. Откуда тогда пришла идея вообще? На самом деле с Серегой Бадюком. Встретились как-то чай. А, ну, Сергей Бадюк тоже организатор. Да, 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 с Серегой Бадюком встретились чай, говорит, у меня в дворе такая тема. Может, как-то масштабируем? Решили масштабировать, почему нет? Да. Какие слова скажете молодежи? Ну, ребята, я уже сказал, на самом деле, да, занимайтесь спортом, пропагандируйте здоровый образ жизни, все на личных примерах, и построите дом маме. Все, с нами был Вениамин Роднянский, спасибо. Спасибо. Вестник ММА. Будьте здоровыми, сильными, ведите абсолютно трезвый образ жизни, тогда у вас все будет в жизни отлично, и будете чувствовать себя хорошо. Всем пока. Накладка на пить. Накладка, но она слушает. Это старый чемпион. Они вообще. Если шунфу, есть кунг-фу такой прием, положение руки, называется кулангиал. Это практически то же самое, но только вот так. Да. Вот этот вот точечный удар, он очень мощно работает по сонным артериям, по местам, где близко произносные сосуды. Туда попасть надо. С нами Юлия Березикова, привет. Привет. Что здесь происходит? Открытие спортивной площадки, инициаторы Бадюк и Вениамин Роднянский и все его друзья. Скажи, а что у тебя вообще в дальнейшем плане, что-то вообще, ну, от тебя в последнее время не слышно? Где твои выступления по ММА, по тайскому боксу и так далее? Что, ну, недавно, что нам ждать? Недавно в Польше прошел чемпионат Европы по ITCC, грэпплинг, где наша сборная России, ну, скажем... Я помню это. Да. Мы оплошали. Вот, но мы будем все равно стремиться, мы как бы увидели свой уровень, посмотрели уровень соперников, поэтому, ну, тоже три боя, три схватки провести, как бы, я считаю, что это очень хороший опыт для мне, как для бойца ММА, тем более, если... Ты не по базе, мы... не грэппер, а ударный, по-моему? Нет, почему? Я с 5 как раз по 11 занималась дзюдо, потом боевое самбо, и 3 года была в джиу-джитсу в сборной России. Да, параллельно. Бокс сейчас, тайский бокс еще. А так, дальше у нас в июле чемпионат Европы по Португалии по тайскому боксу. С 21 по 27. И ближайшее приглашаю на турнир Fight Nights, который состоится 20 июня. У меня будет бой с Полькой. Многократная чемпионка мира по тайскому боксу, как раз в моем весе, 57. Джоанна Ядриша. Это бой по правилам... Она также выступает по ММА, да. По ММА, и да. Пока еще ведет без поражений. Ну, чуть меньше рекорд, чем у меня, но зато очень опытная. В тайском боксе очень быстрая, сильная, работает комбинационно. Такая очень в агрессивной манере, любит подраться. Ну, техничная такая. Не устает. Так что я думаю, мне нужно очень большое внимание уделить выносливость.
над чем сейчас и работаю. Функционалка и выносливость. Хорошо, спасибо. И наставление команды, пожелания. Подходить творчески к тренировочному процессу, развиваться, совершенствоваться, работать над собой, здоровье прежде всего. Ну и надеюсь, что... Ну и что? Убитая. Ты убитая? По ночам мне надо ходить в караоке петь, как это сделала я сегодня. Ну, просто пятница была. Ты не с Яной ходила? С какой Яной? Костенко. А, Яна тоже ходила? Наверное, она тоже любит. А, Яна любит. Нет, я просто для себя поняла, что вот не умеешь, не берись. Решила прорепетировать песню, под которую хочу выйти на Fight Night. Ты на печь собралась? Нет, я не собралась петь, я просто подумала, что будет, ну, просто ее спеть в караоке, но лучше буду драться. То есть у вас будет два этапа идет? Кто круче пропоет на караоке и подерется на ринге? Ну, да нет, конечно. Ладно. С нами была Юлия Березикова. Спасибо тебе большое. Ты пожми мне ручку, да? По сценарию просто. Смотрите «Вестник ММА». Да. С нами Камил Гаджиев. Привет. Здравствуйте. Как дела? Ничего, подтягивался сейчас. Расскажи, пожалуйста, что за проект, как к нему относишься? Ну, я думаю, что лучшим критерием нашего отношения будет наша явка либо не явка. Раз явились, значит, нам это нравится. Я, честно говоря, к турнику вообще испытываю особенные чувства. С детства с отцом ходил, подтягивался. То есть это у нас такой был семейный тренд. И вообще считаю, что то, что сегодня происходит вокруг там турников, брусьев и так далее, не может быть незамечено всеми любителями ММА. Я все-таки говорю об индустрии ММА, которую мы представляем в первую очередь. Приятно, хорошо, на свежем воздухе, народ. Скажем так, от мала до велика, там все социальные слои, там мужчина, женщина, ну все. Ну это кайфово, это так, это то, что сближает, объединяет. Надеюсь, что больше и больше будет людей. Ну и главное, чтобы погода не подвела опять же. Расскажи, пожалуйста, о подготовке к вашему турниру. Как проходит подготовка, что вам ожидать, что будет новое? Ну, скажем так, у всех подготовка имеет совершенно разный смысл. Для нас, для организаторов, это последние штрихи, связанные там, с присутствием в эфире, с количеством там, часов, там, во сколько выйдем и так далее, подготовка площадки, последние нюансы по файт-карту. Ну а для бойцов, сейчас каждый по своей программе, в принципе, держим связь. Скажем так, ну, традиционно, сейчас уже последние... Сейчас уже последняя неделя, народ уже вышел в режим спарринга, готовка основная позади. Последние 3-4 дня вес, наверное, погоняю, сейчас уже не гоняющий вес просто на спортсмен. Ну а мы также работаем над промо, над привлечением зрителя. Думаю, что ну, вот как раз и здесь тоже, где-то близко нам аудитория. Скажи, если не ошибаюсь, это, по-моему, будет первый раз у вас турнир, когда будут сетки проходить. Да нет, кстати говоря, мы клетку реально не анонсировали. То есть мы просто... Я тебе скажу, как мы это узнали, мы посмотрели постер там. Да, да, на постере есть клетка, потому что клетка приехала из Америки. Буквально вот там вчера-сегодня. Но чисто технически сейчас надо ее установить, опробовать. То есть, ну, все-таки риски велики, скажем так. И скажу так, у Fight Nights уже есть своя клетка, но не факт, что 20 июня турнир в клетке случится. А, то есть поэтому, еще не факт. Да, поэтому сказать, что приходите, будет бой в клетке, это обман, реально обман. Вот нам хотелось бы это. Но гарантирую, что, учитывая, что она в Москве, один из ближайших турниров, то есть если нет, то следующий точно в клетке пройдет. Ну скажи мне. Пришла пора. Хотя, да, вот скажи мне, вы планируете в дальнейшем только в клетке проводить бои? То есть вы уже отходите от формата смесь ММА, К1? Совершенно разные будут форматы, то есть будут форматы чистой ММА, будут вечера кикбоксинга. Чисто. А то решили разделить это. Ну, вот, например, у нас там грядет событие в декабре, которое мы анонсировали, Батухасика против Майка Замбидиса. Там также будет Минеев, там уже будет Папин, ну, ряд там наших выдающихся боксеров. И в этот вечер, ну, в принципе, нет смысла разбавлять. Да, я думаю, что все любители ММА на это тоже придут. В ноябре, скорее всего, бой Руслана Магомедова против Питера Грэхэма или против Тима Сильви. Здесь будет чистый вечер ММА. А в октябре, то есть там подряд будут турниры, мы хотим сделать фестиваль. И кикбоксинг, и ММА, и кунг-фу. То есть будем действовать от ситуации, отталкиваться скорее от участников. Потому что если сегодня есть кикбоксер,
которым надо делать бой, бой востребован зрителям, то ну, к черту клетку, ставим ринг и делаем. А скажи, пожалуйста, как идет подготовка Минакова к бою Билатова? Вот он буквально завтра, он вчера у него сбор закончился, завтра он уехал на один день в Брянск домой, завтра он приезжает в Москву, день пробудет в Москве, послезавтра улетает в штат. Последние 10 дней он с Русланом Магомедовым летит, тот будет его секундантом, корнерменом, скажем так. Ну, вдохновить. Они улетают в понедельник. Ну, я думаю, что мы хорошо поработали. Тайский бокс, грэплинг, там, ММА специфика работы в клетке. Ну, выездных сборов у нас не было, да? То есть вы... Все сделали в Москве, здесь, на файт-базе, на базе Федерации тайского бокса Москвы. Я думаю, что мы здесь в состоянии хорошо работать. Потому что Америка, ну а что Америка, знаете? Индустрия там, конечно, развита, что греха таить, мы на нее равняемся, но то, что вот ты поехал в Америку, побывал там месяц на сборы и вернулся монстром, да это мир. Куда попадешь, тем будешь работать. Мы здесь, я считаю, мы создали необходимые условия. Тем более у нас есть 3-4 тяжа в команде, которые ну, реально могут быть им достойными, спарринг-партнерами. Все от них же. А, Тер, можешь, пожалуйста, рассказать поподробнее нам об подписании либо Гудинова в UFC? Ну а что, подробности следующие. Во-первых, это правда все, да? Ну, да. Уже ходят слухи, да или нет? Да там... нет, он подписан там. Все, да? Если там слухи будут развиваться. Ну, слухи это вообще всегда хорошо для нашего дела. А так, ну, если будут дальше об этом говорить, наверное, надо будет сфотографировать Алиска, чтобы он постоял в интернете в таком виде. Подписан. Контракт стандартный. Будет драться. Сколько боев там? Стандартный контракт 4 боя с пролонгацией по мере самого. Да, флайвейт 57 килограммов. Первый бой, по моим ощущениям, где-то в октябре. Кто-то из 13 бойцов флайвейта. Посмотрим. Ну, вообще ориентируюсь на Деметриуса Джонсона. То есть, как бы нас... Сразу на чемпионате. Да, ну, пускай это будет не первый бой, надо адекватно воспринимать. Дело не в уровне, а в том, что надо обкататься, там, немножко так подстроиться под все, конкретно под него готовиться. Но я считаю, знаете как, он в состоянии выиграть в этом весе у любого. Вопрос конкретно, что произойдет в этот день. Да, сечение обстоятельств, кто с какой ноги встал, кто что вчера покушал. Это уже вопрос профессионализма. Но по уровню они все вот, объективно равны. Тот же Деметриус Джонсон, он у 3 или 4 ребят в дивизионе в своем выиграл решением. Да. Пускай, последний да. Бой тоже он выиграл. Да, он выиграл решение. То есть они все, в принципе, хорошие. Они хорошие, крепкие, динамичные. Все ориентируются. Они все, все, кстати, это не скажешь, что там какая-то глыба была, которая 15 килограммов согнал и раздавит Али. Нет, они все не такие большие. Да. Так же, как он, 62-63 килограмма быту. У него есть ударная техника, у него великолепная борьба, он физически сильный, функционально крепкий. Ну, у него нормальный спарринг-партнер. Я считаю, что все в его руках. А будет ли проводиться там тоже какие-то выездные сборы, там, чтобы как-то тоже он, кататься? Он полетит в Америку, там. Да, исключительно, чтобы привыкнуть к рингу, чтобы привыкнуть к клетке. Там. Я думаю, что мы в зал к Деметриусу поедем. Это Грегор Джексон? Нет, он тренируется в Сиэтле, Деметриуса. Поедем туда, потому что там есть легковес под Деметриус. И все равно он пока Али, может, он воспринимает его как потенциального оппонента, но в ближайшие 2-3 боя, скорее всего, это не произойдет. Поэтому Деметриус может расслабиться, как говорится, да, и спокойно с Али поработать. Ну и Али будет ему хорошим таким саппортом, помощником. Хорошо. Скажите что-нибудь фанатам. Мы... Ну, ребят, что я хочу сказать. Все это мы делаем, все это мы говорим. Ребята дерутся для того, чтобы вы смотрели, для того, чтобы вы болели, поддерживали вы, мы, все часть индустрии. И отрадно, что индустрия развивается. И каждый голос, каждый зрительский глаз – это наша инвестиция в развитие индустрии, в которой в России, как нигде, наверное, большие перспективы. До встречи на турнирах. И смотрите «Вестник ММА». Смотрите «Вестник ММА». Я рад, что «Вестник» расширяется, развивается и следит за трендовыми событиями. Не все сегодня приехали в парк. Все, спасибо большое. Удачи. Друзья, смотрите «Вестник ММА», будьте сильными и только вперед! We'll be right back.
друзья, смотрите Вестник ММА и занимайтесь спортом. Спасибо большое. Вам спасибо, удачи. Сергей Николаевич, с вами.